Так. Ну что, ребят, плюсуйте. Вот я сейчас добавлю в группу ВКонтакте. Так, все, вот выложил. Плюсики есть, спасибо всем за 10 плюсиков. Сейчас переименую вот, простите, вот, переименую стрим. Twitch подрубил я еще, между прочим. Кому это нужно вообще? Так, ну что, пошел инвайт, ребят. Всех рад приветствовать. Сейчас целая группа Life and Cup'а 6v3 будет из игры. Так что смотрите, и все будет круто. Так, а что Twitch-то не пофурычил, что ли? Я что-то не понимаю. А вот, пофурычил Twitch, отлично.
Дэми Лав это игрок уже достаточно старый, да, из Индии, необычная страна такая. Для Старкрафта, как бы. Да и вообще для киберспорта посмотрим, что тут будет вообще. Как-то подзапылилось тут все у меня. Так, где моя кофта? Протру вебку, пожалуй. В темах дня ссылка на сетку. Не тупите. Ребята, не тупите. Так, Firefly спрашивал. Давно я помню. Ты, я не помню, ответил. Из России, да, из Пскова я. Вот. Если ты еще здесь. Так, ребят, а здесь-то фотоночки уже по... Ребят, я прошу прощения, я там пока настраиваю, сетки ищу туда-сюда, впиливаю. Здесь фотонит просто у нас Джейши, оппонента своего, и ему больно уже стало. Меняет фотонку сверху, две фотонки снизу остаются. Ну вот ошибка от Джейшина, а здесь пилон добавить. Почему? Иначе плетка выбит эти два пилона и фотонки отключатся. То есть нужно потратить плюс 100 ресурсов, чтобы сохранить 300 как бы в боевом состоянии. Пробкой надо уйти сейчас, иначе брудлинги накинутся больно очень. Накидываются брулинги, а линги в это время мимо побежали. А чем лингов-то отбивать? Лингов-то нечем отбивать. Эти, это Дэми Лав получается, зерк, или кто это вообще? А, Ксиго еще здесь, Ксиго, конечно, это Ксиго, наверное. Ну вот, посмотрите, фотонки отключены, то, о чем я говорил. Есть два пилончика, G6, это очень грамотно лингов, кстати, законтрил, молодец. Меняет один, сейчас и второй отменит, здесь фотонка на ХГ, нужно либо сталкера, либо адепта что-то впилить. Я бы сталкера впилил, здесь два халявных овера, вот этот точно никуда не денется. Я не понимаю, а, адепт заказан, плюс мазеркор заказан. Еще один пилон надо ставить, что и делает G6, соответственно. Пробок выведи несколько штучек. Пробок не выводит. Мазеркор готов. Вместо того, чтобы
построить сталкера и убить оверов, зачем-то строится адепт. Не, зачем адепт тут на этой стадии нужен вообще? Ну да, он может вперед идти, разведывать, как бы, да, там, но можно после сталкера это сделать. Вот раз овер. Не, ну одного-то 100% сбил бы сейчас Джейши, и сталкер бы пригодился бы 100% ему. Линги что-то там отбегают сверху сейчас, 6 штучек. Пробка выехала сюда, зачем она сюда выехала, не знаю. На всякий случай, вдруг линги с мувом, видимо, побегут. Забегают три линга, и просто они блочат добычу сейчас в легкую. Адепт пускает иллюзию. Энергия не тратится, и правильно. Здесь пробочка стоит, а что она стоит? Контролит, надо отвести назад. Ее здесь плетка вниз спускается. На мейне плетка образовалась. Корку успевает заказать зерк. Еще одну успевает заказать. Готова плетка. И третью успевает заказать. Вот говненыш-то. Ну и два дрона потерял все-таки. Ну а адепт телепортнулся под плетку. Адепт тоже минус. Индиец по скиллу или по узу старый? Старый как игрок, в смысле, давно он выступает, я имел в виду. А по возрасту можешь посмотреть на Ликвипедии. Сейчас-то... Ну вот, посмотрите. Какой Даркшайн-то, блин? Ни одного сталкера нет. Все, Даркшайн будет спален. Дарки бесполезны. Ну как бесполезны? Я бы на месте Протоса сейчас просто спокойно третий Нексус с этим Даркшайном ставил и не парился бы просто. Ресурсы есть. Да, он это и собирается сделать, насколько я вижу. А если бы он не спалил Даркшайн, так еще бы и мог бы, скорее всего, он и проатаковать дарками не слабо. 400 есть минералов. Все, Нексус запиливается. Здесь гейт у нас есть. То есть полностью просто блочит здесь все направление это. Зачем пилон-то с этой стороны строить? Надо пилон здесь и гейт рядом, чтобы вот тут стенка была. Да, пилон просто не смогут атаковать лингов такое количество, ну, милишных юнитов. Даршайн готов. Адепт, ну, скорость таки делаются, гейты открываются. Но одного дарка, вот, ксилнагу контролить, здесь побегать, варпануть, на самом деле, надо бы. Причем, фига себе зерк дает. То есть зерк, смотрите, он спалил Даркшайн, он подумал, что, короче, Протс видел, что я спалил, и он дарков делать не будет. Ни одной спорки вообще нет. Насколько наглым надо быть, а? Ксигуа хитрый какой. Типа хитрого врубил. За это за такое надо наказывать. Хотя бы одного-два... Ну да ни одного-два дарка варпанул. Сюда пришел, как бы, если здесь вещь, спорки есть. Ушел там к Силнагу контролить и контролить дальние базы какие-нибудь, и все. Это со скоростью атаки бомбят, здесь не слабо. Телепортируются на третью Джейши. Лингов поминусовал. В это время Роуч и Реводжеры вперед идут. Что есть у Протса, давайте посмотрим. У Протса есть Даркшайн, но нет дарков. А где дарки-то, я что-то понять не могу. И он хоть убей, не варпит дарков. Да нет оверстира здесь. Здесь 2 сентри, 2 адепта. Не спорки дома, посмотрите. Это парадоксальная игра. Вот я, ну, называю такое просто деревянностью. Это деревянный игрок очень прост. Смотрите, зерк пришел без оверстира. Есть Даркшайн. Просто дарков не варпит, просто его убили просто нахрен вторую базу. Здесь ни одной спорки не было, как не было, так и нет, просто дарков не посылает сюда. Ну что за дебилизм-то вообще, ну? Еще и выжил, еще и рабов больше осталось, что самое интересное. Адепты, потому что там
подхарасили в свое время. Прилетает призма. И лейра нет до сих пор. Варфаниты, дарков несколько штук. Все, это ГГ будет. Три дарка варпит, да. Все, минус мейн надо делать. Тут, кстати, даже лейер можно было бы сейчас убрать просто бы. Плетку минуснет. Мейн минуснет. Минуснет пул сейчас джейши. Но он, наверное, не верил, что зерк такой тормознутый, что вообще без этих будет без... А что мешает сейчас прийти просто и минуснуть лейер? А, хотя нет, здесь уже не минуснуть. Два дарка минус сейчас будет. А нет, и до этого не достают вроде как дарка. Пул минуснул, газ минуснул. Не, ну тут для Узерга все просто печально. Сейчас можно улететь на остров, заморфить двух архонов и продолжить еще харас на самом деле. Что дома Бродс делает? Дома Бродс имморталов, сталкеров делает, плюс один готов, больше грейды не нужны Бродсу, видимо. Кекс, ребята. Ну что, дарки. Три штучки сидят. Можно вот эту базу отменить. Пошел выход. Да даже уже не надо отменять. Сейчас плюс два архона будет добавлено. Еще плюс, как, точнее, три архона будет слито. И еще адепты добавляются. Один дарк есть в миксе. Дарк, кстати, вот вам рекомендую, кто протусом играет. Никогда не пренебрегайте одним-двумя дарками в армии. Почему? Потому что всегда может случиться ситуация, когда они подрешают. Просто их не надо вперед вести вот так вот сейчас, как делает Джейши. Их нужно где-то сзади держать, чтобы они в бой первыми не вступали, чтобы на автомате их юниты первыми бы не убивали бы. Да, все нормально будет. Фаерболы падают. ГГ пишет у нас. ГГ пишет у нас Ксигуа. И мы ждем вторую игру. Сейчас я окно, ребят, завешу. Что-то отсвечивает солнце и... И душно что-то. Открою. Пошел инвайт, запрыгиваю. Да, ребят, это Бутри. Оп, Steam Liquid'а, ребятам. Всем hello, кто пришел. Но стрим русский язык. Russian language. А почему я один стримлю? Варди почему-то не стримит сегодня, не знаю почему. Ну что, 1-0 Джейши, поехали. Выставляем счет, кстати, контролажи можно тоже врубать. Вот я постоянно забываю это сделать, честно говоря, ребят. Гейт газ. Нексус у Протуса. Здесь хатка 17-я стандартная достаточно таки пошла. Ну и разведают после гейта Джейши у нас. АПМчик можно глянуть сейчас, как у нас играет Ксигуа. Кликает быстро достаточно таки.
А Джейши что у нас? Тоже кликает достаточно быстро. На разведку пришел, видит пул. Очень сильные майнд геймс идут, ну да. Как-то такое ощущение, что Ксиго подумал, я типа овером залетел, Даркшайн увидел, и Протос должен его отменить просто. Нажать эскейп, как бы, и не строить дарков, поэтому я не буду строить ни спорок, вообще ничего строить. Самое интересное, что Зерк пришел, уничтожил вторую базу Протсу, то есть у него просто осталось две базы, он восстановил уже рабочих, и Протс уже потом призмой, после первого врыва призмой с адептами, прилетел еще раз, варпанул дарков и просто Зерга подчистую убил. То есть у него было не один, не два, у него три шанса было просто спорок построить, всего построить. Причем Протс еще настолько тормознуто действовал, что он мог отбить этот выход, варпанув два дарка просто сразу, как бы. Но, кстати, знаете, что самое прикольное получилось? Если Протс варпанул бы дарков тогда на второй бы базе, вот, то тогда, получается, Зерг бы спалил дарков, поставил бы спорки, ему было бы не ГГ. А в итоге базу Зерг просто отменил, спорки не стал ставить, он подумал, что походу у Протса вообще дарков нету, да, там... Он уже К2 варпанул за Каллер, а в это время призма была. Просто наварпил 4 или 5 дарков на мейн и убил его. То есть, ну, просто из-за ошибок обоюдных игра получилась очень смешной, как бы. Очень необычный такой. Нет, нету приоритета по ни по каким по инвизным юнитам. Приоритеты, я не знаю, нужно читать, какие приоритеты. У либераторов много вот, кстати, халявных приоритетов, которые, я считаю, нужно убирать. То есть, если в миксе как бы сталкеры с НТВ, он приоритетно по сентриям стреляет, с удара их убивает. По псиштормовикам он стреляет приоритетно. Вот. У воздушных юнитов, например, приоритет по тем, кто бьет по воздуху, а не по наземным, там, да, допустим. Ну, то есть, может, у некоторых какие-то есть, там, не знаю. Опять без лейера играет у нас Ксиго. 6 роучей заказано, мув не делается. У Протсу скорость таки адептом достраивается, 3 гейта. И плюс еще гейты пошли. Скиллушечка адептики подъехали, или что у нас тут? Плюс 2 сентри. Нет, это с адептами выход в Нексус, видимо. Не зря здесь пробка стоит, здесь пилончик строится. То есть он, я не понимаю, вот китайцев вообще фиг поймешь. Действительно, походу, какие-то азиатские просто игры разума здесь идут. И надо по-другому даже не назвать вообще. Почему? Потому что... Сейчас он показывает, видимо, что адептами пушат, а сам в третий Нексус выходит, как будто бы. Другого объяснения у меня просто этому нету, происходящему. Здесь лейер заказан, вроде как отбился от адептов, но по рабам просто больше. Все, просто, короче, больше. А может это выход с Имор... А! Это выход с Имортла и адептами. Гейтов 7 штук у нас, и плюс роба строятся, Имортлы. Либо это сверхнадежный выход на Нексус. Я вообще понять не могу, что просто собирается делать пока. Он сам-то понимает вообще, то ли в Нексус. Не, ну здесь можно, вот сейчас ему можно и Нексус добавлять, и выход делать. Но учитывая 7 гейтов, в принципе, Нексус 5 ставить вполне достаточно. 5 гейтов просто за глаза там хватает. Но, может он с 7 будет ставить. Да, с 7, а может он сейчас вперед еще пойдет, не знаю. Так, адепт на третью пришли, ну их сразу принимают. Но они 3 дрона умудрились сейчас отфокусить. 4 в общей сложности погибло. 6 адептов погибло. По потере по ресурсам, вот вы видите, практически одинаковые они, эти потери. Инкам сейчас у Зерга, конечно же, в плюсе. У него 3 базы добываются. И у Зерга меньше газа добывается в данной ситуации.
по зданиям, вот вы видите, у Зерга лейер уже есть, у Протса Твайлайт. Фаржа отсутствует напрочь, то есть грейды не делаются, фаржи нету, Старгейта тоже нету. Ну, Старгейт, ладно, по этому билду он и не должен здесь быть, а вот фаржа где, я чуть не могу понять. Иллюзии разведывал, проверял, опять ни одной спорки здесь ничего нету. Так, здесь какие-то движения идут. Ну, не стал идти дальше Зерку. А, он подгрыз пилоны, вы видите. Полей-то нету, вот они регенятся сейчас. И идет выход. 108 на 117. 55-54 по боевому лимиту. Боевой лимит практически одинаковый. Коготь из грейдов у Зерга. У Протса грейды отсутствуют полностью. Ну, у Зерга давайте посмотрим. У Зерга 52 линга, 6 реведжеров. Против микса Протса с масс-сталкерами. Микс идеальный. Без мазер-кора такие выходы делать нельзя. Сейчас Зерг просто окружит и убьет. Филды так себе. Почему здесь опасно вот против этого? Хотя, посмотрите, просто держится даже здесь. Давар по адепту. Почему опасно против этого микса вот такого зерговского играть? Потому что филды здесь не решают. Если ты филды вокруг армии своей ставишь, просто туда фаерболы закидываются, и гигантским сплэшем просто зерк разваливает все в хлам вообще. Так, адепты на третью проходят, телепортируются. Зачем они туда телепортнулись-то, вообще не могу понять. Так, еще адепт Давар здесь. Филд на, против Бейнов пошел. Сталкер один на ХГ заходит. Адепты все уничтожены, но тем не менее просто уничтожает третью базу зергу. И вот Мазеркор прилетел, телепорт домой пошел. Протус сумел телепортнуться. И дома варпит здесь уже адептов. Нужно сталкеров больше Протусу. Фаржа поздняя. Вот этот выход был бы очень крут на самом деле. Почему? В какой ситуации? Если бы уже была фаржа и уже было бы у него плюс один. Он бы сейчас сделал бы плюс два бы. И у него бы на перспективу все очень неплохо выглядело. Но в итоге фаржи нет, у Зерга второй коготь уже, можно армор первый заказать наравне с грейдом первым на атаку вообще, как бы, Протса. И вот здесь я вижу 18 бейнов, Протс видит, почему просто не прийти, не отменить их? А, он боится, что через центр выход будет, ну ясно. Не, через центр, да, можно и побояться, нужно оверчаржа ставить, причем желательно на задний пилон, да, на задний пилон пошел. Филды пошли новенькие, филды очень неплохо, кстати, Протс сейчас поставил. 123 на 97. В это время контратака на адептах происходит вот с этой призмы. Здесь отбился, 4 реведжа остаются. Кажется, это 2-0. Так, призма разворачивает. Куда ты разворачиваешь ее? Зачем? Просто варпани к основному выходу и убей вообще. Да, выход идет. Сейчас просто вот только не под реведжерами. Они убьют призму сразу. Пошел до варп. Вот сейчас, если бы Зерг был бы очень внимательный, он мог бы здесь реведжер поставить. Сюда 4 фаербольчика на, минус призма, выход отменен. Но все равно отбиться там крайне сложно было бы далее. Адептами не стал телепортироваться. Что-то тут ходит разваливать. Что, Протс боится подраться? Да, боится Протс что-то драться. Но здесь действительно очень много бейнов. Чтобы Протсу драться в лоб, ему бы пару архонов сюда бы и сталкеров побольше. С энтри энергии вы видите, здесь соточка на 2 филда. Здесь 50, ну короче, на 5 филдов сейчас энергии здесь у Протса. Это крайне мало, тут нужно больше энергии. Адепт на 4 врывается, сразу же окружен, уничтожен. Армия основная здесь, крип отконтролил, отогнал. Сейчас призма, кстати, на вторую хорошо ворваться может. Здесь ничего нету, ни спорки, ни плетки, ничего. Висит призма. Ну, сегодня мы увидим корейца Бьяна на данном турнире. Но если раньше обычно на Лайфенге два корейца в группе были, и между ними, собственно, центральный матч, то сегодня что-то только... Короче, у нас кто? У нас Ксиго, у нас Джейши, у нас Демилав, индийский игрок, и Бьян. Ну, для Бьяна, мне кажется, это изи здесь просто. Ну, посмотрим, может, китайцы удивят. Сан он удивил на турнире, в финал вышел, как бы. Подбрил там многих, да? Атака идет от Сигу. 90-99 по боевому. Боевой лимит хороший. И из положительных абсолютно моментов для Зерга у него второй коготь уже готов. Посмотрите. То
То есть Бейны наносят дэмэдж просто гигантский называется. Это филды пробиваются. Беллингов впускает сейчас у нас зерк. Но здесь уже архоны сплетануться надо. Архоны вместе стоят, не сплитятся. Сталкеры отходят назад. Катись пытается просто. Три иммортала также есть крепеньких очень юнита. Добьется. Да, адептов Давар пошел спереди. Вроде как просто отбивается. Иммортлов подконтролил. Да, молодец. Справился все-таки. Не без труда, но справился с обороной у нас Джиши. Но по лимиту ровно абсолютно, кстати, что самое интересное. Надо вот... Какие сентри к чертям? Варпи ты архонов, иди ты убивай его. Архона адептов. Все, что нужно, это архона адепты здесь. Чуть-чуть сталкеров. Иммортлы есть. Беллинги есть новые. Здесь контр забегания. Лингвит пошло. Фотонок ровным счетом 0. Мазеркура нет. В стеночке никого нет. Здесь две фотонки. Ну, как бы просто надо в лоб убивать. Иначе сейчас хорошо, что пилон здесь был. Можно варпануть домой на оборону. Брод варпит все в атаку сейчас и двигается вперед. Зерк, видимо, даже забегать не будет. А он как он ошибается. Здесь столько можно было дел наделать этими собаками. Две базы можно минуснуть было просто. Принимает бой. Когтя 2 сейчас. Когти решают. Но адепты сверху подъезжают новенькие. Но линги сгрызают вообще все в мясо. Если зерк выиграет эту игру, то это будет вообще практически чудо. И ему придется благодарить свои вот эти два когтя. Но... Еще он далек от выигрыша пока. У Протса все равно больше лимита, у него больше. Так, Иммортл заходит. Иммортл надо ловить. Иммортла поймал, но призма спасла. Хорошо забрала дурачка. Загулялся. Так, парабан печаль. Забегание пошло. Вот сейчас забегание. Вот это минус Нексус третий просто. Сразу же. Но здесь и на рампе ничего нету. Пробегают собаки. Полный провал. Это даже лучше, чем третий Нексус, как мне кажется. Здесь линги грызут, собаки уходят назад. Протс идет вперед. В последний бой фактически. Фаербулы падают очень-очень неплохо. Бейлинги отсутствуют почему-то здесь в выходе в этом. Где бейлинги-то вообще? Без бейлингов не отбиться. Здесь 0 филдов. Неужели без бейлингов сейчас просто сольется у нас зерк? Хотя не, собаки даже без бейлингов. Смотрите, с двумя когтями. Архонов подгрызают, все подгрызают. Да архонов-то фокусни-то. Смотри, какие не дохло. Они сейчас регенятся, начнут 102-95. В итоге ни забегания, ни нормальные, ни здесь не отбился ошиб. Ну, ошибки от зерга, конечно, жесткие. Очень жесткие. Архоны регенятся уже, кстати, уже 30 полей отрегенили. У этого 120 уже. И пришел Давар. Экономика не погибла у Протса. То есть он дожимает это 2-0. И мы сейчас следующую игру будем смотреть. Кто там дальше играет, я даже не знаю. Так, следующая у нас пара, давайте глянем. Следующая пара у нас Демилав Ксигу, это ЗВЗ будет. Потом Демилав Джейши, потом Демилав Бьян. Короче, Демилав три пары должен якобы играть, но на Лайфенге очень часто меняются местами там эти пары, как бы не факт, что именно так будет. Короче, ждем продолжения мы. Ну, Зерк сейчас я смотрю на забегание, тупанул просто дико. Ему надо было заметить, что третья база там, чего вообще, ничего не было. А дома надо бейлингов было наморфить, и все. Без бейлингов, он, кстати, ресурсы были на бейнов. То есть, штук 8 бейлингов, они бы просто адептов взорвали бы жестко. Архоны, все остальные иммортлы под лингов погибли бы, и все. А без бейнов это полная печаль.
Зерк мог втащить, и это была бы прикольная игра, на самом деле, вот тогда бы. Ну что, пошел инвайт, заходим. Так, кто там отменяет? Кто-то не жмет. Ну что, ребят, погнали! ЗВЗ, Demi Love против Кшиго. Но, кстати, ЗВЗ навряд ли. Я видел, что Demi Love... Я видел, что Demi Love у нас таки любит очень агрессивно играть. Семнадцатая хата. Гаспул. Здесь то же самое абсолютно. Пока зеркальные билды. И Miracle. Никнейм у Demi Love.
Зеркало как раз таки тоже. Я прошу прощения. Сегодня выспался вроде более-менее, но все равно вчера поздно в 3 часа с лишним лег. Потому что режим сбился. На выходных в 5 утра ложился в основном из-за ВЦС. Два-четыре по рабам. Мув делается, Беллингнес делается. Здесь тоже Беллингнес. И третью хату оба ставят. Чуть раньше грейды, конечно, у Ксиго здесь. На 3 секунды мув раньше и ага. И у Ксигуа Evolution строится. То есть это будет либо передроп беллингов какой-то. Да, это передроп беллингов будет. И вообще беллинг-бас с передропом, кстати говоря, пошел. Смотрите-ка. Вот он передроп откуда будет. Вот 2 бейна, сейчас еще 2 будет. 4 из них полетят. Ну, 4, в общем-то, на мейн сюда дропнутся, забегут минеральную линию. И одновременно будет урыв с другой стороны сейчас. Так, можно сейчас 2 бейна в 3 было разменять, не получилось это сделать. Деми Лав. Ну и почему-то Ксигуа... Простите, Ксигуа не получилось. Деми Лав как раз-таки зеленый. Отгоняет он Ксигуа домой. Ксигуа еще лингов делает сейчас. В это время Бейна перелетает на мы. Как-то долго он соображал, что надо перелететь. Короче, в итоге Ксигуа разваливается просто-напросто. Здесь Беллинги куда они пошли-то вообще? А, с двух сторон он зайти пытается. Просто шел бы четырьмя отсюда, все бы нормально было. Нет, хитрожопый решил с разных сторон вообще сделать все супер четко. За это в итоге поплатился. 6 дронов сорвал. Это реально мало. 7 еще одного сгрыз. В итоге у Демила все хорошо. На 5 рабочих больше, боевого лимита столько же практически. 10 рабочих минусует Сигу. 10 дронов уже минус, здесь тоже забегание. Короче, проблемы у Деми Лав. В итоге все по рабам у него не так уж круто, как было. Но у него 11 роучей заказано, обратите внимание. А у Ксиго что? У Ксиго только роуч урон добавляется. Здесь бейны опять же залетают. Нужно встретить этих бейнов роучем. Видит роуч? Да, вот овера видит Деми Лав. Надо встречать, конечно. Ксиго не реагирует никак сейчас. Роучи пойдут вперед, интересно, вообще должны идти. Ну да, кстати, Miracle не зеркало, что-то я затупил. Мираж, получается. Прогнал. Дроп беллингов был на вторую базу сейчас. Откуда они зашли? А, овер прямо залетел. Короче говоря, в итоге у Ксигуа по лимиту ровно. Здесь что-то бегал-бегал Деми Лав. И так и не проатаковал, отходит назад, рабочих строит. Что за бред происходит, понять не могу вообще. Еще, посмотрите, лимиты 74 на 114, и еще плюс 3 овера строят. Ты что, дурак, что ли? Дядя Ваня, ты что, дурак, что ли? Вот. Как из советской классики, собственно говоря. Что делает-то он, я не понимаю. Какие оверы? Юниты не заказаны, личинок миллиард, либо рабов строю, либо что-нибудь делай вообще. Здесь китаец пошел уже в куш, или передумал он идти. Он делает плюс один, если делает плюс один, значит, наверное, не сильно хочет он идти. То есть он будет сидеть дома ждать.
Заказан Лэйр, а Демилав все еще не оставляет мысли о пуше. У него Реводжеры и Линги сейчас. Миракл. Иллюзия еще Миракл. А, не, ну, не, не иллюзия. Несколько лингов на третью, забега чё, реводжеры, роучи, линги, все это вперед двигается, боевого лимита Деми Лав реально больше, плюс один еще не готовы грейды, фаерболы где пару, вот наконец фаерболы пошли, ох, хорошо, как Ксигу офрешгло сейчас, ну Ксигу держится пока, чисто меньше здесь Деми Лав лимита, ну сейчас станет больше его, судя по всему, фаерболы падают. Ксиго что-то ничего не отводит, 77-89, да заказ у Ксиго, правда, очень большой, но до заказ-то разрозненно будет выходить, как обычно, и, как вы понимаете, здесь на халяву будет все это убиваться, но убьется ли все это на халяву, фаерболы по КДшечке надо кидать в личинки кидаются, но все отменить не получается, в итоге Ксиго еле-еле сдерживает, вроде как пуш, хотя вот еще линги вот дотекли, но... Так, реводжеры плюс двух морфит. Линги хорошо здесь забегают. Здесь еще тоже реводжеры морфится у Ксиго. Короче, Ксиго отбился. У него плюс один готовый. Это ГГшечка для Деми Лав. Ну, вот называется. Учитесь, как игры отдавать на ровном месте. Погрызли тут линги, короче, немножко. Отступил Деми Лав. А что Ксиго у нас? Лэйр. То заказал Лэйр, то потом отменил. Теперь опять заказал. Ну, ГГ Деми Лав пишет. Он, ну, рано сдается. Индус, безвольный индус вообще. Как бы они все такие, ну, почти что. Наверное. Ладно, гоню, не буду всех грести под одну гребенку. Ну, этот какой-то, ну, не сопротивляется вообще. Поехали. Вторая игра Ксигу против Деми Лав. ЗВЗ. Хорошая ЗВЗ, как говорится, длинным не бывает. Поехали. Че у меня на Твиче-то в чате творится? Каких-то иероглифов миллиард. Thank you.
Так, кого-то дропает, но слава богу, не меня. Кто это я хз даже? Китайский кастер, видимо. Сопротивлялся своему желанию не сопротивляться сколько мог. У Ксигова третья хата очень ранее в этот раз. Ну, газ добывается. Здесь чуть раньше, конечно, мук будет у Демилав, но... Тем не менее, все окей. Там у Ксигова, я вижу, чуть позже будет мув, но я думаю, что он всю агрессию отобьет, если необходимо это будет. Две королевы, мув пошел. Здесь мув еще пока не хватает на мув. Так, не понял я. 84 газа добыл и все снял вообще. Что за дебилизм-то вообще просто? Вообще загадочные какие-то обстоятельства. Если сейчас вот Демилав СЗ зажмет, намасит лингов, то Беллингбаст может удачно вполне получиться. Здесь 84 газа, мув не заказан, даже на мув не натаскал, вообще непонятно. Ну да, на Team Liquid только мой стрим, вот и набежало всяких нерусских товарищей. Да, и посмотрите, масятся линги, мув сейчас будет готов, все, вперед пошло это дело. Здесь Роуч Ворон и Валюшины на в стенку сейчас добавляются. Бейлингов несколько штучек морфит, Демилав прямо на муве. Криптумор выбривает, заходит на ХГ, надо принимать, конечно. Эволюшены убивать, стараться пробить, королев ворваться. Третья королева, правда, подходит. Все, линги начинают грызть. Дрона надо сгрызть здесь, он мешает очень сильно. А что за... А, 4 королевы. Не, ну 4 уже продавить вообще нереально, учитывая еще, что у них трансфьюзы. Хотя, если б матил лингов, Демилав продавил бы и 4, мне кажется, бы королева. Тем более с трансфьюзом была спереди королева. На слингов, что Демила все направления пытается грызть. Ксигуа готов на всех направлениях абсолютно. Плюс один заказан. Здесь у нас лейер, кажется, выход мутку будет, я не знаю. Ну, по рабам Демила в плюсе, на самом деле. Ему надо просто сейчас здесь криптумор, а не в один поставить, соединить вторую, третью, если это будет необходимо плеток добавить. Ну и выходить в шпиль просто, видимо. Камни прогрызть нигде не получилось, забежать никуда не получилось, слейера как не было, так и нету к Сигу, а здесь уже шпиль пошел. Ну, третью надо раскачать. Да, опять Mind Games подъехали азиатские.
оплевывают роучи камни понемножечку сейчас. Прибежал сюда Демилав, выбил там какой-то криптумор. Ну что, муталисков сейчас будет заказано просто около 10 штук. Газ добывается. Я не понимаю, почему Демилав не хочет тут четвертую поставить здесь, например. Все, 9 муталисков заказано. Можно делать грейд на мутку, там, на атаку. Можно макро-хату пилить, ресурсов много. Ведь лингов нужно до заказ делать будет в ближайшей перспективе. Здесь дрон берется, да. Вот хата эта уже давным-давно ставиться должна была, на самом деле. Почему она не ставилась раньше, я не знаю. Ксигуа спокойно на четвертую уходит. Спорок ровно ноль у него. И зато королев есть. Одна на мейне, одна на второй. 4 в группе ходят. И одна на третьей. То есть 7 штук в общей сложности. Все, мутка вылетает. Оверсир минус сейчас сразу же. Нужно лететь, шатать. Так, и гидроден пошел у Демилав. То есть переход в люркеров будет сейчас в ближайшее время. Прилетает Демилав, ничего умнее, кроме как четвертую. Ну хотя не четвертую можно отменить, его протрансфьюзить нельзя, ведь там королева есть. Муталиска забирает, одного отводит. Дрона сбривает. Здесь можно криптуморы выбить и овера очередного выбить. И здесь криптуморы можно выбить. Пробить камни можно также. Часть лингов забегать пытается. Это что пришло здесь такое? Кто это пришел? Чарлик пришел. Чалик, отдыхай пока. Игра идет. Ну, держится у нас Ксигуа. Здесь хайв пошел. Уже у Ксигуа, кстати, игра. А здесь Люркер Дэн. То есть сейчас на четвертый газ раскачать. Вот Демилав, сейчас можно что сделать просто? Куда-то роуч побежи. Куда они побежали-то? Конечно, муты надо поймать просто сейчас. Понять, куда роучи бегут, оверов минусуют. Роучи проходят мимо ксилнаги сейчас, видно их? Да, видно роучи. Муталисков нужно сюда как раз брать и нужно их убивать, этих роучи. Линги на мой бегут, сливаются все. Здесь плюс один-то есть, конечно, линги сливаются, им вообще не надо бой было принимать сейчас сразу. Несколько роучей заминусовал Демилав. Люркер Дэн уже готов. Сколько гидралисков у него? 0. 26 муталисков зато. Вот что он тормозит? Ему сейчас просто заказать бы 10 гидралов, 10 люры на весь газ на этот напилить и просто разгромить вообще в хлам. А так, посмотрите, здесь 2-1 уже. Второй армор делается. Вайперы сейчас зеленочкой подъедут. Гидры много, то есть просто пару зеленых кинет к Сигу и с 2-2 грейдами пойдет вперед просто и убьет в хлам, блин. 28 муталей уже и 12 гидралов пошло сейчас. Вторая атака на мутку у Демилав. Не, ну Демилав, кстати, я смотрю, так он не такой уж мертвый, он что-то, ну, более-менее это может продемонстрировать. Камни минусует Демилав, пролетает дальше. Видит вайпер? Думаю, что да, видит вайпер. Одного видит. Ну, понимает, что зеленка может зайти. Если бы сейчас вайперов укуснул, было бы, конечно, идеально, но не смог он. И нечем ему особо было их там фокусить. На центре королевы стоят. Накидывается мутка, трансфьюзить просто не успевает. У нас Ксигуа, две королевы как с куста. Беллинги зашли на третью, 3 беллингов, 3 рабочих, как же вообще смешно разменивается здесь. Здесь люры уже масс, 195-171, сейчас эта люра вся вперед пойдет и еще плюс делаются. Просто вот здесь вот пару окопать сверху и вниз выходить четвертую блочить просто. Но, кстати, вайперы и против люры эффективны чем? Зеленку наверх кидаешь и все, люра ничего сделать не может. А в это время гигантское забегание лингов идет. И залет муточки на вторую базу идет тоже. Линги пытаются хатку минуснуть. Здесь трансфьюзы есть. Трансфьюзов столько много, что не минуснуть хатку просто. Мутка прорывается на мы. Здесь гидрал, здесь спорка.
Через спорки все летит. Сейчас Демилав боится вайперов. Сейчас еще на спорки попадет. Больно в итоге ему. Очень больно. Мутка падает. Вообще жесть просто. На ровном месте летал, все слил. В итоге мут их стек уже 17 штук. Здесь 2-2, а здесь одна атака оранжевая на наземных юнитов. И все, можно гидророучами выйти, сделать реведжеров из роучей, например. И поставить зелень сейчас на люру и убить. Люры, правда, много. Да я бы на месте Ксигуа просто вот через этот спустился бы сюда, камни пробил бы. Люру нужно заставить перекапываться. Зачем на нее стационарную ломиться в закопанном положении просто? Так, пробивает китаец порты. Люру выкапывает. Ну, кстати, пробивает даже так Люру с притягивалками. Минуснул мутку. 155-126. Короче, насливался сейчас к Сигуа и уйдет домой. Два, блин, сапога пара, короче. Привет, Монтрел. Здесь уже третья атака поехала. Ну, Ксигуа сам бы мог люркеров несколько штучек добавить бы, и было бы хорошо. Гоняет лингов Ксигуа от камня. Ему тут сейчас надо базу... А, он здесь на 6 поставил. Ну ладно, на 12, простите, не на 6. Сейчас вниз спустится, убьет вот эту базу, скорее всего. Здесь камни пробивает мутка. Прилетает гидра сюда с вайперами. Вайперов 3 штуки, энергии очень много у них. И нужно заходить просто вон на ХГ через этот проход. По-моему, и не париться. Какое-то стрёмное забегание лингов. И китает семьев назад пошел. Куда? Чё он бегает тут сейчас? 3 линга забежали, ушел домой. Да вон дальше сюда иди, вот где ГГ. Короче, взад-вперед начинается эта беготня. Бесящая просто, бесявая. Здесь гидра что-то бегает, мутку поймать. Ну да, сейчас мутка на гидру сама полетит. Да спустись ты вниз сюда, ё-моё, выбивай ты вот это направление. Заходи на ХГ, заставь люркеров перекапываться. Все, блин. Вайперов возьми. Третий эволюшн, у китайцев там уже с 3 эволюшнов грейды делаются. Так, заходит к Сигу еще раз. Да вон на ХГ поднимись, ничего нету вообще. Да неужели? Сообразил, что надо на ХГ подняться. А Демилав в контратаку пошел. А смысл в этой контратаке? А, размен полностью пошел. Ну, мне кажется, что этот размен ему не очень выгоден. Хотя мутку убивает там неплохо, с одной стороны. Рабов уничтожено, ну, очень много. Вайперы с полной энергией на муви сливаются. Короче, что один мертвый, что другой. Я чувствую, сейчас с Лексигуа подерется, его просто люра разберет и все. То есть, смотрите, здесь ничего нету вообще. Вместо того, чтобы идти в размен, он куда-то вот дома люркерден заморфи просто и все. Ну, он в ультралах пытается выйти. Вообще, Демилав в итоге гораздо больше дэмэджа нанес оппоненту. У Ксигуа разве что грейды лучше намного. Вайперы были слиты. Тоже здесь.
Так, мутка очередная летит вперед. Мутка 1-2 против 3-3 гидры вообще не очень работает. Минус дроны здесь, короче. Надо ультралов делать. Вместо ультралов заказано вообще не понять что. Одна хата осталась, что самое интересное здесь у Ксиго. Здесь прикол вообще. Спорку минусует, Демила в ГГ, пишет Ксиго. Все-таки проиграл. Умудрился все-таки слить эту игру. 1-1. Ну что, ребятюшки. О. Дайте-ка посмотрю, что там видно. А, приходовал братан вон там. Ну, все нормально, братану можно спать на моей кровати. Половой на полу. Порода. Так, со спаниелем. Скорее всего, со спаниелем.
Все, ушел, братан, когтями пошел. Так, грейды у Чалика, закупка и мув. А еще он без ультрала не ходит, то есть без меня. Ну что, ребят, погнали. В комнату переехал. Уже давненько я переехал. Климатическое оружие, я же говорил уже тогда. Перешло в секретную стадию, поэтому... Привет, наркобарон 228, привет. Поэтому нету... Поэтому нету сбора этого, видно сейчас. Ну что же, здесь Беллингнест, у Демилав будет какой-нибудь Беллингбаст, пока не наблюдает. Здесь тоже Беллингнест, и Беллингбаста тоже не наблюдается. Оба строят рабочих. Сталкер? не сталкер. Зилок. Десять роучи, один. Константин Скп поддержал ваш канал на сумму 100 рублей. На здоровье. Спасибо, Константин СПВ. Спасибо всем за поддержку. Так, пошел пуш сейчас со стороны китайца, со стороны Ксигова. Дэми Лав, кстати, тоже роучи строит, и немало. У него уже есть 7, и у него 8, и у него строится 6, то есть будет 14. Но здесь 17 идет, и лингов большой до заказ сейчас. Так, пытается Дэми Лав тут лингами отогнать. Принимает бой, пока роучи все вместе не соединились у Ксигова. Кстати, хорошо бой принял, отгоняет все. И рабочих в итоге больше всего, больше. Там Ксигуа дронов сейчас заказывает. Съезжает с этого пуша, перейти в макро пытается. Ну, не знаю, что из этого получится. Здесь тоже 7 дронов заказано. В итоге считаю, что Дэми Лав здесь в плюсе остался. Вот у него лейер пошел. Эволюшна, жаль, нету. Сейчас плюс один бы заказать. Тут забегание лингами планируется не слабое. Нужно поставить несколько роучи бы. С
сверху. Спалил, тем более, до мела все. Для там секрет, все хорошо. Погодка. Сегодня солнышко, кстати. Сегодня погодка более-менее. Вроде как потепление будет в 20-х числах, там до 25 чуть ли не. Сейчас и 20-ка днем еле набегает, хотя в шортах хожу, мне пофиг. Ну так, что-то более-менее как бы не дико холодно, но уже и не летняя такая погода, уже ближе к осенней такое ощущение. Так, кто из них кто? Ну, можно посмотреть на никнеймы, если соображалка работает, можно догадаться, кто есть кто. Вот. Я так думаю даже. Ну что, ребят, не буду терзать, конечно же... Навряд ли бы индийский игрок вот такой себе никнейм и брал на иероглифах, да, как бы китайских. А учитывая, что в Индии английский ходовой очень язык, то очевидно, кто у нас Демилав. Вот, зеленый игрок. В итоге у Ксигула, короче, пуш не удался. И сейчас Демилав очень неплохо будет сам прессовать. Принимает Демилабой фаерболы. Фаерболы летят, сам что-то не совсем уворачивается нормально. И кажется, Демилаб-то здесь запушивает. Смотрите, Ксигу. Лимита больше. Реводжеров осталось вообще намного больше. От фаербола уворачивается. Нужно подождать. Прирост заходит. Да какая четвертая? Ничего нет. Да какой тормоз, да, блин, этот Демилаб, блин. Сыкло, ё-моё. Идет на четвертую, где ничего нет. В итоге его с приростом ловят. Просто я поражаюсь вообще, блин. Что китаец-то, а что этот, блин? Все, добивает, иди, блин. Нет, что-то бегают вокруг да около. Но все равно пробивает. Я извиняюсь, что-то. Хорош, все, не надо пригорать. Вот. Пригорать не будем. Короче. Пробивает Демилав сейчас. Армию убивает Ксигуа. Пробивает четвертую, так и не добил. Но бой-то надо принять. Там шпиль делает. А, шпиль, кстати, у самого Демилав делает. Но он с запасом, он тут еще в муту пытается перейти. С какой единиц просто сравнил Вайтру Вердос МС? Перезаряжалки щитов, здания просто. А я Архон. Надо, если щиты перезаряжу. Ну что, Демила против Джейши сейчас будет ПВЗ.
Ну что, инвайтос пошел. Заходим в следующую игру, ребят. Так, у меня нет никакой ссылочки G2A, вот, я с ними не партнер, но можно написать Legacy, просто в поиске и там найти, как бы, учитесь пользоваться этим, сейчас я даже сам найду. Короче, кто-нибудь найдет, ребят, что-то... Ну, я там за 440 нахожу какой-то. Вот, ну, не... Другой. Спрашивай в чатике такие вещи, не надо меня спрашивать. Опа, Ксиго против Бьяны, ребят, начинается неожиданно. Ну, я говорю, пары могут меняться. Ну что, ребят, летит бриперочек сейчас.
Минус дрон, сразу же просто Бьян минусует дрона. Хотел пожадничать, но потом понял, что мой стрипера потерять печально. Привет, Винтере. Нормальный причесан. Побриться надо только. Не, нам за 400... За 400 есть рублей с чем-то. За 440 есть ключи. Вот. Может, сейчас просто нету. В наличии много. Можно на платиру еще там поискать. Там тоже за 300 с чем-то говорили были. Ну, билд стимпак ранний, стандартный билд абсолютно у Бьяна. Здесь что-то линги забегают, попытка подгрызть. Забоялся к Сигу, что лингов сейчас потеряет, убегает назад. Погодите, у нас это какое у нас? Второе, третье Бутри у нас получается, да, это у нас на сегодня. Да, третье, Дамила в Джейши должен был играть, но Бьян вступает в дело сейчас и бьется. Видимо, сейчас три подряд Бьян будет со всеми биться, я так понимаю. А уж потом Дамилав Джейши сыграет. Сканит Бьян, что он видит? Видит Роуч Ворон, Эволюшн, Спорку, Хату. Лейера нет, он этого не видит, правда, но... Ему это и не особо надо. Мариков даже больше 16 как-то умудрился отстроить Бьян здесь, хотя, ну, странно, по билду как-то. Зачастую тираны даже не с полными деваками летят, а здесь больше, наоборот. Марики прямо на крип разгружаются. 7 роучей заказано, плюс к уже имеющимся 8. Убивает Бьян 3 криптумора, лишает крипа зерга снизу. В итоге и вижена здесь нету, и крип сейчас быстро очень-очень кончится. Стимпач Собьян видит, роучи отступает, много здесь роучи на самом деле. Одного подрезает вообще без потери мариков, нужно ли дальше было тут вообще биться. Подрезал одного, ушел бы, хотя подрезал еще двух и всего три марика потерял, то есть три роуча в три марика разменял, конечно, это выгодно для тирана. Полетел на Ксилнагу, сейчас еще просто плюс 2 медивака будет и плюс 2 танка, как бы, и можно будет выход делать с двумя танками, плюс марики со щитами и плюс один скоро очень будет готов. Я так полагаю, Бьян пробивать будет пытаться с двух баз оппонента своего. Я думаю, что это очень даже может получиться. Третий цешек пока не имеем, будет интересно в третью переход или бараки, наоборот, он будет добавлять, давить, вопрос хороший. Нет, третий цешек. Дух королев подрезает, сейчас потеряв еще 2 или 3 марика. Короче, опять же выгодно разменивается. Забирает танки и ведет их всех вперед очень грамотно через shift. Максимально быстро пролетает. Здесь так, роучи вниз спускаются. Одного марика Бьян теряет. Что, щиты доделались прямо, когда простимпачился Бьян. Просто идеальнейший тайминг щитов. Прилетают танки 43-46 по лимиту. Дропайся, разгружайся. Что ж ты делаешь-то, Бьян? Ну что он делает-то, ё-моё? Долго что-то тормозит. Ну вот, танки снизу надо, да, оставить сейчас. Заходит на ХГ. Королева тут что-то подрезать пытается. Что они пытаются подрезать? Здесь ничего не подрезать. Роуч Ворон сразу Бьян отфокусил мариками. Отфокусил рабочих снизу там. Не снизу, а на второй базе. Танчики бомбят. Еще марики с прироста выходят. Фаерболы падают. Но Бьян в лоб просто раз... Ну это Бьян, ребята. Вот таким вот, вот так вот, как Бьян сейчас действует, ребята, вот как Бьян сейчас сыграл, так же и true говностиль вот этот, который на ВЦС вчера был, нужно убивать.
То есть вот тайминг с четырьмя медиваками, все что нужно. Там даже роучи рейвенджеров нет, там просто линги и королевы, все. Соуимба, говорит. Джиши. Ой, не Джиши, Ксигуа. Давайте поноем еще. Я уже ответил, кто такой Miracle, надо слушать просто. Улучшение завершено. Ну что, ребят, прошу прощения, отвлекся там, надо было написать. Хараси Трипер Комбьян. Ну, Бьян, конечно, чересчур сильный. Здорово, Димган. Бьян чересчур сильный, чтобы ему кто-то здесь вообще сопротивление мог оказать, мне так кажется вообще. Поэтому сдается мне, что пошатает он сейчас всех. Может быть, Джейши, конечно, что-то сделает. Может, кстати, Ксиго сейчас получше как-то вот эту игру отыграет.
криптумор под камни, чтобы дальше протянуть. Сейчас к чего ставит. У Бьяна абсолютно такой же билд передроп Мариков со Стимом. Здорово, Димган, еще раз. Пиши в скайпе, там, если будешь играть, начинать. С тобой мы разберемся там, я думаю. Набивают все-таки к Сигу камни. Ну, Пьяный не собирался туда лететь как-то рано до стимпакту. Сейчас со Стимом будет врыв и... Короче, то же самое опять от Бьяна. Ну а почему, если это работает, это не использовать? То есть сначала с ранним Стимом тайминг просто Мариков, потом... Так, видел овер? Да, видел овер краем Вижена сейчас эти медиваки. А потом просто с танками врыв на еще плюс двух медиваках, и все замечательно просто. Так, здесь линги КСМ, пусть грызли. Три королевы стоит, сейчас контролит здесь этот дроп. Разгружается Бьян, роучи уже есть здесь. Ну, роучи, кстати, сколько роучи вообще? 11 штук. Заходит Бьян, пару криптуморов подрезает, пытается дропнуться на вторую сразу. Он здесь видит королеву и роуч один успеет, успел подойти. Поэтому улетает в противоположном направлении. Но не надо дропаться под роучи. Куда же ты дропаешься? Ну, одного Марика отдал. Ладно, это несущественно. Вот с этого направления можно крип выявить. И сюда-то потом с Мариками, собственно, и выходить можно будет также. Два медивака еще заказано. В этот раз как-то поздновато Бьян медиваки заказал. Хотя, с другой стороны, как раз под щиты, под плюс один пойдет вперед. Так, плюс еще барак пошел. В прошлый раз ТЦ-шку ставил, кстати, третью у нас Бьян. В этот раз смотрю... Погодите, загружается Марик. Отлетает Бьян, нужно выход делать. ДПшечки открываются, выход пошел, забирает танки и летит вперед сейчас. Марики убили лингов, видел ли, я не знаю, видел ли китаец вообще танки вперед, которые идут. Разгружается Бьян, в этот раз у Ксиго как-то получше по лимиту. Ну, боевой почти одинаковый у Бьяна и у Ксиго сейчас. Заходит Бьян, не видит, что китаец часть юнитов держит на Ксилнаге сейчас. Стимпак пошел, танки разгружаются, в тыл пытается зайти Ксиго. Бьян видит это прекрасно, уводит танки, уводит био. И просто громит все в хлам сейчас. Обратите внимание, сейчас танки еще демеджем помогут, Марики вообще все разбирают. Королеву прикрыл, убил, реводжеров убил. Короче, похоже, что 2-0 просто одним билдом, как с куста. Хотя еще рано об этом говорить. Нужно просканить, выбить криптуморы. Криптуморов здесь очень много было. Бьян все это выбил. Марики вылечились. Здесь часть роучей. Демедж на кстэк. Фокусит танков роучей в стэк. Как же Бьян четко играет, конечно. А? Очень четко он играет. Лингов отбивает, от танков отгоняет. Роучи убивает, просто в хлам всех фокусит в очередной раз стек. Пытается забрать танк демедженным медиваком, но демедженным не забрать. Почему прирост-то сюда не идет? Вы видите прирост. Но слишком контроля много в этом направлении. Бьян просто идеально хочет контролить эту армию до конца. Контролинг до конца гейминг здесь. Насколько эффективно, да? Потери, глянем, посмотрите. Ну все, Мариков оставил, привет, Акира. Еще био берет, ведет. Все 119-109, здесь один танк остается на второй просто. Бьян идет в направлении 9 часов, здесь крипа нет, в этот раз у него не 2 танка, уже а 4. С
ставим продакшн. Масровучи строятся у китайцев. Танки разгружаются. Один из них краснющий, правда, очень танк. Ну, этого достаточно, Бьяну вполне. У кого-то пригорело, кого-то дропать начало. Опа. ГГ пишет Сигу, у меня пинг подскочил. А что за хрень-то вообще? Значит, это все-таки не провод виноват. Похоже. Почему так скачет, он не знаю. Как бы не началось бы здесь. Ну что, Демилав против Бьяна сейчас, видимо, будет биться, я так понял. Что-то как-то лагает отчет, мне это не нравится. Сейчас может быть, что у меня сейчас просто, блин, опять пинг скакать начнет. Бьян против Демилав сейчас будет биться. Сейчас, ребят, быстренько
схожу в туалетик. СМ готов. СМ готов. ТСМ готов! ТСМ готов! ТСМ готов! Улучшение завершено. Смерть на пороге. Все, возвращение произошло, джедая. Мне почему-то кажется, что Бьян будет точно так же, как в предыдущие игры играть. Я не уверен, правда, в этом, но скорее всего и... Не вижу предпосылок вообще и логики, чтобы играть как-то по-другому, там, с Демилах, к примеру. СМ готов. Пристройка завершена. СМ готов. Ну, а вас всех приветствую я в очередной раз. Вот. Если кто-то не видел записи, то все записи выложены уже. И GoFOSK, и BCS, и там первого StarCraft чуть-чуть. Так, потом GoFOSK в группу выложу. Ребят, плюсики ставьте, пожалуйста, на GoFOSK. Вот. И на Ютубе тоже плюсики ставьте на нашем канале Good Game, соответственно. 4 гелика приезжает, какой-то другой билд вообще здесь у Бьяна, смотрите-ка. Решил потренить, видимо, говорит. Что одним и тем же пробревать этих чепушей? Дай-ка что-нибудь другое сыграю. 6 дронов пожег сейчас, но по лимиту отстает немножечко. Что здесь у нас? Есть у нас марики, танки, банша, да, другой билд, Бьян что-то исполняет. Топ-3 любимых блюда. У меня нету топа любимых блюд. Потому что абсолютно разные продукты и разные блюда по приготовлению могут быть абсолютно разными. Вот. По вкусу, как бы. То есть, если это делает тот, кто умеет делать, может быть вообще царским просто. А так все люблю. Овощи люблю. Баклажаны полюбил. Вот, очень сильно, как с Дашей познакомился. Женились. Мы вообще не знали, что это такое вообще. В природе вообще, как бы. А теперь понимаю, что
Баклажаны – это царская вообще пища. Например. Ну, а так как бы чё, много чё. Рыбку, рыбку люблю. Минус банша, провальный врыв от банши сейчас был на королев. Вот. Помните, ребят, что нужно поддерживать мой канал и меня. Вот, переехал я в комнату. Из кухни, наконец-таки. Либератор сейчас в газ бомбанул рабочего. Рабочий спасся один. В итоге трип могло погибнуть. Вот, поддерживать как? Отблоки отключать на премиум, естественно, подписываться. Тут, например, Лайфенг. Лайфенг, стрим из игры. Качество просто великолепное. Я постараюсь и на плей-офф тоже. Думаю, промашнюсь, как бы в игру будет круто. Будем смотреть топчиков корейцев. Вот. Так, ребят. Да, только мой стрим почему-то сегодня присутствует. Не знаю, Варди почему-то не стримит. Плюсик не ставится. Не знаю, почему, ребят, не ставится. Всякое может быть. У меня тоже раньше почему-то не ставились, но я залогинен просто был под Гудгейма канал. Опять что-то вижу лаги, но слава богу, у меня пинг не скачет вроде как. Надеюсь, что это и не у меня, он как бы будет. Здесь у нас что-то линги грызут депошку. Две с внешней стороны, один ну, сюда забежал. Нужно Марику разобраться, что здесь происходит. Если б не депошки, 10 хп бы его не втянули бы двух лингов, естественно. Но здесь харас идет небольшой в это время у Бьяна. Он работает мариками, вычищает крип очень сильно. А что у нас? Армори есть, почему-то 2-2. Втыкает немножечко. С 2-2, ребят. Вот, и по поводу поддержки канала сказал я вам. Кто любит StarCraft, кому интересен StarCraft и не знает новостей, очень скоро выйдет гигантский патч новый, фактически как StarCraft от Брудвара отличается, Вол от Сходца и Ходс от Лотва. Будет очень скоро четвертый патч второго StarCraft, в общем-то. Я не знаю, на Good Game будет ли выпущена новость. Ну, наверное, она уже есть, скорее всего, Wizard там четко все делает, как бы, да. Вот. Но на Battle.net есть, можете почитать, как бы там будет все нафиг изменено. Сергей Кейн, Керн, привет. Смотри запись. По поводу корейцев в записи я комментировал просто. Меня реально пригорело. Вот. Ну а что делать? Труд силен, пол силен, там ничего не поделаешь. Слишком мы расслабились. В предыдущие сезоны хотя бы не корейцы были, то хорошо. Но одно лишнее место не корейское заберет тру на Близконе по итогу. Так что, ну а что тут комментировать? Если даже 4 корейцев всем стеком не могут победить, тут уже и делать нечего. Честно вам скажу. Минки прилетели, плюс мародер здесь есть. Муталиски минку по... Да, ё-моё. Прохлада. Минка жахнула по мутке. Короче, что-то у Вьяна как-то вот этот билд с 4 медиваками выход значительно лучше заходит просто. Мне кажется, он демилав просто пушатал бы им, но в итоге он решил помудрить, сыграть в макро. Вот тут беллинги вижу, вот депошки нет, беллинги вкатывались. Демилав шатает, кстати говоря. Линги, посмотрите, Демилав-то, блин, я не знаю, интересно, какой он на Европе, как бы он вообще... Ну, хотя до ней его, наверное, любой более-менее адекватный игрок расшатал бы просто. Что-то тут Бьян мудрит. Хотя вот выглядит, как будто бы Демилав очень и неплохо играет, но никуда не может особо пройти. В Индии нет ВЦСов и вообще там... Как бы... Вот это плохо, конечно, вот это плохо.
чем крута, конечно, Дота, не как игра, а как вот именно турнирная, да, тем, что там все регионы стараются раскачать, да, как бы и везде есть, то есть там Азия на несколько делится регионов, я не знаю. Ну, правда, СНГ к Европе отнесено, но там, правда, в отборочных европейских больше половины всегда СНГшных команд, но тем не менее. То есть там все всех устраивает. Просто регион, как бы, да, слаб немножечко там, я так понимаю. А здесь же, как бы, все, блин, по-буржуйски, короче. Идет давить сейчас Бьян, то есть Европа там как-то отдельно, Азия там, Корея отдельно, и китайцы свое делают. Хоть кто сам что сделает, тот и молодец. Плита от Бьяна идет, очень неслабый. Беллинги врываются, а Демилав как же жахнула сейчас Минка. Ну смотрю, что здесь хватает Демилав юнитов абсолютно полностью, чтобы отбить здесь все. Марики, конечно, дропаются, но сейчас погибнут и Марики, и Медивак. И 131-136, между прочим. Ха, великолепный фокус. Как же Бьян умеет фокусить? Это просто жесть. ГГ пишет Демилав. Почему он пишет ГГ? А, он просто расстроился. Почему ГГ? Это 4 в 4 базы вроде как. Графон улучшить. Ну, графон меня в последнюю очередь интересует, улучшить ли там графон в этом патче или нет. Чё? Так. Давай лапу. Давай, давай. Лапу давай. Лапу давай. Давай лапу, Чалик. Лапу давай. Без еды не даешь? Давай, давай, давай лапу. Давай, давай. Лапу давай. Чалик. Лапу давай. Ну, давай лапу. Что ты не понимаешь, типа? Давай, давай. Лапу давай. Молодец. Что ты облизываешься? Нет еды в руке-то. Вот ты, блин, наглец какой, а. Приучили с едой только, да? Моська, блин. А за респектон, за респектон, короче, за респектон лапу не дается. Так, только с попытки с десятой, да? Как скажет, достал ты уже меня. Достал ты меня уже, пес, скажет Чалик и даст все-таки лапу. Ну что, 1-0 Бьян. Бинды Бьяна посмотреть можно, конечно. Я забываю включать Ctrl-Shift-G. Вы мне пишите каждую игру, что бинды надо включать. Я их буду включать и рано или поздно на автоматизме, походу, привыкну. Ну что, 17-я хатка. Кое-кто сгорел, думаете? Может и сгорел, а может не сгорел. Ушел Чалик, ничего не дают.
Да не, просто как бы я чалика, ну, никогда не тренировал особо. Если будет что-то съестное, будет сразу одна лапа, вторая, сидеть, лежать там одновременно все, как бы. Он все знает просто, ну. Надо тренировать, как бы. Надо шарить, как там, либо с кинологом, либо самому, ну, тренить грамотно. Вот. Это не нужно, на самом деле. Он так, как бы, понимает все относительно. Опа, у меня пинг скачет или у кого-то другого. Подскочил до пятихатки, потом спал вроде как сразу же. Главное, чтобы не было перепадов. Пофиг, пинг может быть и 2000, но из игры может не выкидывать, как бы, то есть на других не влиять, даже такое бывает. Ну, вот сейчас что-то как-то опасно было. Посмотрите, какой билд у Бьяна, ребята. У него просто хелбаты без всего, сверх-сверхранние хелбаты без всего вообще, кстати. Ну почему бы не с реперами тогда? Репера, вы мои репера. Сейчас реперам нужно улететь, отрегениться немножечко. Ринги готовы. Первые два гелика едут вперед. Сейчас еще два поедут. Только первыми двумя ни в коем случае нельзя морфиться в хелбатов. Только похвалишь, сразу отдастся. Ну что, рипера отдал, в итоге пуш будет слабее. Короче, 4 хелбата сейчас Бьян заморфит здесь. Будет врываться на ХГ. Что, чем встретить есть? Две королевы, пару лингов. Этого реально мало, на самом деле, для встречи нормальной. Пристройка. Зададим им жару. Оп. Оп. Ребят, 2500 мне только что на сбер. 2500 рэ пришло. Я не знаю откуда, но громадное спасибо. Виза похожа на то, как Спайк обычно это делает. Хелбаты четвертую отменяют. Просто приехали. Вот на такой стадии, в чем плюс этого билда лингами, вообще это все дело не убить. Третьей базы просто нету. Ну как, здесь лингов надо штук 30, чтобы убить вот 4 хелбатов. Дома еще 4 гелика стоят. Сейчас линги забегут сюда. Плюс еще хелбаты будут. Стим пошел. В итоге, короче говоря, надо просто поменять местами. Будет пристройки и все. Женой отдать. С женой также. Ну, жена же не собака. Опять гелики заезжают. Опять становятся роботами. Рабочий отменился даже. Костер разожгли, говорят. Чё, говорят, здесь это... Нашли эту лужайку такую и костерчик развели, пацаны, из линга. Так, зашел что-то далековато сейчас залез у нас Бьян. Плетку не убить будет, трансфьюзов слишком много здесь. Я думаю, Демилав не такой мертвый, чтобы не протрансфьюзить. Нужно отойти, третью не дает запилить. 1-1 делается, Стим сейчас будет готов. Третья цешечка уже морфится, то есть... В итоге так долго третью не давал, что вот, ну вот на уровне Бьяна, мне кажется, ему хоть в какой опенинг игра. Мне кажется, он даже в батлкрузера может сыграть в каком-нибудь, и все равно нормально все будет, как бы. Уровень выше, на самом деле. Привет, Rollface, всем на Твиче, привет, ребят. Или Прокси Тора, там, я не знаю. Хотя спайка нету вроде. Не знаю, короче, ребят. Напишите, кто поддержки мне прислал, респектовый. 2500. Было бы круто узнать. .95-72, но убить не убил хелбатами. Их задача была не убить. Они просто не давали заказать третью хату.
Убить, конечно, тяжеловато именно только хеллбатами, да, там было в этой ситуации. Но посмотрите, у Биана в итоге 50 лимита боевого на 23 боевого. Ой-ой-ой, сейчас 1-1 против 1-1 грейды будут, как раз щиты доделываются. Сейчас медиваки первые прилетят, еще их 5 хеллбатов выжило, то есть все, вот это био будет на 1-1 со щитами. С хеллбатами 5, короче, сверхжесткий прессинг пойдет сейчас. Заходит Биан на крип. Сейчас будет крип вычищать. Отходит Демилав назад. Отдалю немножечко. Наверх поставлю. Смещается Биан в третьей базе по юнитам. 4 Бейна пока. Вот новые доморфливаются. Еще 6 морфится. Вроде как и Бейны все сму. Минки копают. Хелбаты принимают на себя первый удар. Мариков надо бы отводить. Но сверху часть Мариков вообще выживает. Вот новые Беллинги готовы. Сплититься нужно. Яну, он отступает назад. Беллингов, как он фокусить-то их умудряется так быстро? Это ГГ, ребята. Просто царь вообще. Разгромил. Разгромил. Ну что, Бьян против Джейши или что у нас сейчас будет? Или Джейши Демилав? Я вот не знаю, ребят, если честно. Джейши против Демилав, оставили Джейши против Бьяна на потом. Почему? Потому что Джейши ведет. Если он, кстати, прикольно получается. Если Джейши сейчас выиграет Демилав, у Джейши будет 2-0. И у Бьяна будет 2-0. У Бьяна 2-0, 4-0 по картам. Сейчас я вам покажу, кстати, этот расклад, что я распинаюсь. Вот, смотрите, Бьян 2-0, 4-0, все карты, ни одной карты не отдал. Джейши сейчас 1-0, 2-0. Если Джейши выиграет Демилав, в особенности 2-0, у них будет одинаково по 4-0. И, короче говоря, последняя пара будет парой венеров. Ну, наверное, так и подстраивают они, чтобы грамотнее было, скорее всего. Короче, ждем. Короче, никто не признается, кто на карту напилил мне. Ну, что делать? Спасибо большое. Спасибо большое, очень приятно. Кого убил Ниган? Кто такой Ниган вообще? Странные вопросы. Привет, UIT Минск. Мистер Менск, я прошу прощения. Вот. Ну что, ждем ПВЗМ и потом ПВТ. Энергетики, которые корейцы идут, считается это допингом. Допинг-то как бы вообще в киберспорте его, ну... Никто и не запрещал, по сути дела. Ну, как бы, может, он и запрещен. Например, если тебя спалит, что ты что-нибудь там нюхаешь не то или
жрешь, как бы ничего хорошего не будет. Но такого нету просто. На самом деле допинг в киберспорте — это здоровый образ жизни и быть выспанному, как бы. То есть, когда ты перелетаешь, там всякие часовые пояса на тебя очень влияют. Поэтому тебе нужно быть в форме всегда, чтобы ты мог минимум спать. Если ты будешь что-то нездоровое делать, то это как бы плохо очень будет влиять. Спасибо, короче, ребят, всем за поддержку большое. Погнали, 1-0, Жиши против Деми Лав. Патч я уже 1000 раз комментировал, посмотрим, что будет, но я рад, что меняют, как бы, почему. Это привлечет к игре внимание, даст буст игрокам, которые сейчас не в топе, выйти в топ, вот, и других заставят шевелиться тоже. Ну и надо менять что-то даже в лотве, хотя лотов интереснее ходится, но вот эти летающие танки приуныли уже, как бы, и... Ну, вот как-то хотят, в общем-то, разнообразие, я так понимаю, внести, чтобы больше юнитов использовало, чтобы тиран мех использовал. У зергов там всякие фланхосты вышли со второго плана, там, наверное. Посмотрим, короче, не знаю, что вот по итогу будет. Надо смотреть вообще, надо смотреть, там слишком много изменений, чтобы о чем-то говорить. Там абсолютно непонятен, какой будет баланс. Стефана играл обнюханный. Стефан вообще еще тот... упарыватель. Любит он это все дело, я так понимаю. Вот, ну, хз, хз. Я не знаю. С поличным не брал его. Ох. Что, адептик пришел, разведал, ничего не сделал. Здесь муфлингом и муфовером делать. Препарат проявляет на скорость реакции, скорость принятия решений. Кто тебе сказал, что твои решения будут верными? Скорость у тебя будет больше, а решения будут глупыми, например. Да, видел про Acer, Блай... Блай покинул Acer, чтобы вернуться в Acer. Ну, это радует, на самом деле, команда топовая и в плане возможностей.
серьезная организация, поэтому желаю удачи, Блая. Надеюсь, кто-то может из наших туда еще попадет. Какие средства допинга может принимать на турнире, энергетики пьют, а нашу можно курнуть перед игрой? Да можно и говном ужалиться. Интересно, как это будет выглядеть только. И в чем допинг заключается. Вот вы жгете, блин, у меня слюни летят. Что там это? Дорогозит, что ли, этот смуртер там, что ли? Надо жалобу дать, что усиливают его. Ну что, плюс один у Джейши, два Старгейта, фениксов много уже достаточно. Пять штучек, шестой летит. Плюс пилоны на третий. Ну я не знаю, мне кажется, почему-то... Даже если Джиши сейчас за Милав выиграет 2-0, да, он выйдет из группы, но сможет ли он хоть карту у Бьяна отжать? Мне вот что-то сомнение по этому пулу. Что-то Бьян сейчас просто все сильнее и сильнее становится. Причем он и на корейских туриках на офлайне круто отыгрывает. Я надеюсь, что так и дальше будет продолжаться. Ой, Феникс минуснулся сейчас неприятно. Забрался между спорок. Вот Демилав. По-индийски, ё-моё. Хладнокровно напилил сколько? Раз, два. Три, четыре, пять, шесть. Восемь спорок просто. А чё? И все равно фениксы шатают по чуть-чуть. Ну, фениксов масса здесь, кстати. Против такого масс нормально. Привет, Лучкин. Я же говорил, что сегодня будет пролига, во-первых. Во-вторых... Может быть что-то еще, если рядом с пролигой будет. А пролига кончилась аккурат в 14:00 и как раз таки начался Life and Cup. Я решил, что надо постримить, тем более мне в Skype Life and Cup писал, который спонсор и организатор данного турнира. Собственно, говорит, что сегодня будет. Я говорю, в игру можно? Он говорит, да можно. Я говорю, ну окей, братан, я тогда буду. Точнее, я ничего не сказал даже, я просто пришел. Вот, собственно, и все. Адептами Джейши пытаются напрягать. Куда они там? Никуда телепортироваться не стали. Но Демилав испугался, пошел их ловить. Ну, у Демилав второй кубок, здесь только первая атака. Да, на СК давайте что-то в чатике нет никого камнеглот. Ну, может, раннее время, я не знаю. Но людей почти... Время еще только 5 час, людей 900 почти человек, но в этом плане помогает то, что, видимо, на Твиче есть люди, не русские, вот, европейцы, я не знаю, кто-то еще, может, который смотрит, потому что нету стрима в Арде сегодня почему-то, я не знаю почему. Вот такие вот дела. Фениксов уже 14 штук. Инкам у нас. Инкам в пользу Зерга, немножечко барабан в плюсе, потери. Потери не в пользу Зерга. Феникса, что 37-3 по юнитам даже. Везде тут адепт пытается стать. Смотрите-ка, Демилав. Роучи Гидра, Роучи Гидра Беллинг, я такое давно не видел на самом деле. Если играю сейчас, так это именно Гидра Беллинга Линги просто. Отдача адепт, посмотрите, насколько Роучи Гидру хорошо сейчас прикрыли. Даже ничего, по-моему, и не погибло, потому что пару гидралов укуснул, там, я не знаю, Джейши. Но тут с фениксов прям с перебором, я вам скажу, летает. Вот столько много-то, я не понимаю, до сих пор строят. 20 штук уже.
королеву за секунду зато поднимают, фокусят. Но если ты делаешь только фениксов, делай флитбикон тогда. Делаем рейндж. Почему? Потому что он же и по земле тоже работает. Поднял, убил, отлетел назад просто. Фокуснул. 27 бейнов пошло. С двумя-то когтями. Ох, приятно на самом деле очень даже. Ну и что, Дамила вперед выдвигается или нет? Должен выдвигаться он, я думаю, сейчас. Здесь варпится адепты, архивы темпларов на мэне, но максимум, может быть, долго будет идти архончиков добавить сюда. Джейши шторм навряд ли успеет сделать. Ну что, пошел Дамилав. Микс на самом деле страшный такой. Я смотрю, здесь серьезный микс. Фениксов 22 штуки, 33 адепта. 30 адептов, 20 адептов с грейдами. А нет, одна атака есть и вторая почти готова, кстати. Просто сдувает фениксов там за зал просто. Че боится Дамилав, я понять не могу. Фениксы подставляются, это минус Джейши, по-моему, не? Адепты телепортнулись прям в беллингов. Адепты разгромлены все. Это минус проц вообще на клик изи просто. Хорошо Демилав отыграл, я вам скажу. То есть Бьян уже точно первое место займет. Хотя нет, если Джейши выиграет, то Бьян не займет первое место. Но уже здесь 2-0 не будет точно от Джейши. Вообще в хлам разгромил. Ну и в протос, да, 20 фениксов у Джейши летало, ну не 20, когда 14-16 фениксов у него летало на карте, он зад вперед летал, вместо того, чтобы на пофиг под спорки залетать, пусть бы там гибли фениксы. Но он мог поднимать там за врыв целую базу рабочих снимать, там штук позалетел, 10 дронов фокуснул, залетел, еще фокуснул. Королев там, ну нельзя было давать зергу отстраиваться. В итоге, конечно, там надел... Бэйном коготь там взорвались жестко и по воздуху все снес.
Ну что, ребят, данный стрим будет на Твиче выложен. Демилав уже 1-0 ведет. После Демилав останется Джейши против Бьяна только игра. Ну да, с таким количеством фениксов и оверов можно было бы всех сбривать там. Короче, билд вообще странный, это билд какой-то. Мне вот этот билд не... Ну хотя он имеет место быть, он работает на самом деле. Задача по этому билду фениксами. То есть фениксами задача поднимать либо там роучи, либо беллингов. Короче, по кому бонуса адептов нет. В данной ситуации надо поднимать беллингов, было бы, что они самые опасные, ну, стараться. А адептами врываться именно иллюзиями не просто на мувите, а иллюзиями в гидру прямо врываться. Но ничего не получилось. ГГшки 639 зрителей. 629. А всего почти 900. Нафига на Твиче, блин, там просто рекордные пару соток человек, да, получается. Да, 263 из-за того, что на Team Liquid никого нету, как бы другого. Так. Все, ладно. Сажусь посерьезки. Комментить тогда, раз такое дело. Пусть там никто и не понимает ничего по-русски, но... Нужно хотя бы кликать правильно. Адептом скорость таки пошла. Барабам 24-29. Прот впереди, как обычно, на начальной стадии. У Деми Лав третья хата. И мув овером делается. Почти готов. Мув овером лингом. По юнитам боевым 6 лингов сейчас. Вот они стоят все здесь. Больше не заказывается. Раскачивает экономику. Здесь стеночка. Вот здесь проход, здесь все закрыто. Пробка поехала, третий никус, видимо, ставить будет. Ну, прошли ты меня луком сюда. Стоит пробка. Тупит, короче, счет от Джейши. Видно же, что выехать хочет, но счет не уезжает. Передумал, вообще направил на минералы. Она спрашивает, что не на море? Ну, чтоб мне быть на море, как бы так быстро встал и через полчаса на море, мне как минимум надо, я не знаю, великих укров, может быть, нанять, которые черное выкопали, чтоб мне тут что-нибудь выкопали, тоже за двором. Вот, или... Я не знаю... На природку надо стидить. Но не волнуйтесь, ребят, меня еще не будет. Например, в начале сентября буду в Кубинке с Илюхой, ребят. Буду авиацию лицезреть. Армия 2016. Очень там круто все будет. Я думаю, как и в прошлом году, а то, может, и покруче даже. Уже соскучился по авиации. Но там недельки меня не будет. Возможно, будем в Баркрафт заходить в Москве. Там, может, из Баркрафта даже что и постримлю. Так что следите там за новостями. Плюс гейты добавляются. 4. Так, 5 гейтов. 5 гейтов. Здесь в это время адепты заходят, пытаются подхарасить. Ну, не так-то просто здесь подхарасить. Зашел под лингов сейчас зачем-то Джейши. Это опасно, он здесь действует, я вам скажу. Линги пытаются окружить адептов. Но они не дают дальше пройти, так что роучем получилось пофокусить. В это время врыв на мейн, на мейне проблемы, 4 дрона падает уже. Вот, пожалуйста, начал, блин, не через фениксов, странно. Хотя, в принципе, в прошлой игре что-то подобное было. Здесь отменяет телепорт у нас Джейши. Королеву подрезает, роуча подрезает. Ну, кстати, правильно, что не стал телепортироваться. В это время призма прилетает, здесь еще... 3 адепта есть, 2 отходят, сейчас еще 2 придут. Куда они, на третью идут? Да, на третью идут. Здесь нужно либо рабочих фокусить, либо сесть и улететь в призму.
Здесь тоже не хватает контроля, мультитаска не хватает явно сейчас же Иши. Если бы он, у него он был, этот мультитаск, он бы просто зафокусил еще 10 рабов. Но в любом случае, в плюс для него этот харас был, как бы. Здесь гитов масс пошел какой-то вообще просто нагромождение, я бы сказал. Но место под фотоночку есть здесь, и здесь можно пушки, если что, ставить. Вот, фотоночки. Гейтов 5, плюс 5, 10 гейтов сейчас будет. 10, это значит, что будет куш, скорее всего, какой-то. Иммортал строится, грейды отсутствуют, смотрите, здания. Фаржа есть? Нет, фаржи нет, значит, на 0-0 сейчас 10 гейтов будет выход какой-то. С блинком, а вот фаржа пошла. Только я сказал, сразу пошла, но все равно это сверхпоздняя фаржа. Там уже второй коготь заказан. Силмагу сейчас законтролят Джейши, пытается выход сделать через вот эти камни, видимо, в рев будет. Но здесь много реведжеров у Демилав, кстати говоря. То есть, если тут как-то просто криво будет заходить, правда, здание там для зерга так поставлено, вот эти, здесь бы свободно было бы попроще отбиваться. Фаербул это будет, не? Заходит просто, фаербул и кидает зерг там на... Адепты телепортнулись. Зачем? Это ошибка была, что они сюда телепортнулись. Беринги и Линги принимают... Ой, фаербулы неплохо по центрям ложатся, но часть юнитов вообще на мейне где-то там у Демилав бегает. В итоге Джейши достаточно удачно здесь бьются. Вот, не играет тот бред с фениксами. И сразу же выигрывает игру просто. Так, филды хорошие. ГГ. 1-1. Хорошич. Третью ждем, решающую. Новый Геттисберг, следующая карта. Ждем. Четыре ВГП, когда последний раз видел. Давно 4 ВГП не видел, ребят. Вот. Опа.
Опа! Скиллуха подъехала, фотоночки подъехали. Ребята, ребята, здоровый Люк, в решающей игре. Вот вам и вот. Успевай, успевай, не успевает пилон поставить, блин, как так? Демилав хочет пилона успеть выбить, мне кажется, это ошибка. Сейчас фотонка доделается, еще пилоны пошли, еще фотонки пошли. Фотонка на секунду буквально с энергией была, а потом... Вот я не понимаю, Зерк какую-то бред сейчас сделал просто... Зачем он отменял пилоны, чтобы потом хату отменили ему? Вообще непонятно. Эта фотонка отключена без энергоснабжения. Ну, короче, фотонки зашли здесь. А дальше что интересно просто делать будет? Два газа на мэйне как-то просто не слишком агрессивно продолжает. Все, выбивает плеткой фотонку эту отключенную. Ну вот, главное, вот эту выбить. Рабов Астрол. Сейчас бы линга бы сколько-нибудь, я не знаю, штучек. Ну, восьмью можно уже фотонку убить. Тем более, они с рампы пока спускаются. Они же невиженно спускаются. Фотонка только вот здесь вот начнет по ним стрелять. Плетка не достанет здесь ни до пилона, ни до фотонки, насколько я вижу. Да. Может быть, вот если бы здесь крип был прям к рампе. Да нет, здесь тоже. Ну, хотя вот отсюда, если была бы, может быть. Но не уверен, тут как бы либо 8 ренжа, либо сколько там, 7. Ну, с 7, да, наверное, отсюда бы достало прям с краю плёвка до фотонки. Королевы спускаются, лингов выпускают. Не выдержал Демилав, пошел отбивать, короче, все. И почему-то, посмотрите, вторую на четвертой базе в итоге все-таки впилил. А почему он не здесь ее впилил? В итоге Джейши находит эту хату, и сейчас просто через 20, через 15 секунд будет хата, а фотонка будет через тоже примерно столько же времени, и, в общем-то, хату придется отменить в итоге. Это полный провал. Успеет Зерк хату-то отменить? Придется отменять. Блин, отменяет фотонку Джейши. Это просто дичь вообще. В итоге Зерк без второго базы, а здесь уже в итоге Старгейт. Ну, как-то медленно развивается просто, если честно. Мувера минуснул здесь Джейши. Короче, очень много Демилав ошибок здесь допустил в этой игре, но к Старгейту готов. По рабочим уже проседает, Процу надо просто поставить сейчас третий Нексус. Я бы даже, может, с Фениксом бы его, ой, с этим, с Оракулом бы запилил бы, просто стоял бы, если линги вдруг забегут, они же с Мувом уже. Плюс гифты добавляют, Твайлайт, что фаржа есть, фаржа ничего почему-то не делается странно. Все, здесь стенка полная, и робу в стенке даже заказано. Два оракула уже. Я вижу, что меньше в чатике. Это не значит, что он прямо здесь и сидит. Может, стрим включен. Вот. Плюс это не значит, что он может сейчас комментировать, потому что он, может, сам что-нибудь постримил бы.
если бы хотел. Да и турнир уже к концу подходит. У нас это вот сейчас последняя игра здесь. Потом 1-3, это будет Джейши против Бьяна. Ну, самая, наверное, такая интригующая игра. Ну, посмотрим, что Джейши сможет с Бьяном сделать. Бегут линги. Оракулы в это время на мэне пытаются пожечь. Вот тут королеву можно поджечь. Но не получилось все-таки дожечь королеву. Можно потерять оракулу, поэтому Джейши улетает. Здесь линги врываются, тем много лингов здесь. Зачем? Вот я не понимаю игроков, которые вот на таких стадиях. Ладно, с мейна там на вторую, когда ничего не может произойти в начале, ты дистанс майнингом добывать. Зачем ты ведешь на третью, ты дистанс майнингом добывать? Все, три пробки минус, как раз на три сейчас и отстает. Не критично, да, не катастрофа, но это не нужно. Пытается лингами напрягать демилав. Чё Джейши стоит, я не понимаю. Какой же он тормоз, а? Это просто жесть вообще. На ровном месте просто берет, дает себя окружить. Я просто поражен с того, что делает Протс. Его грызут линги, его просто грызут линги, он этого не видит, он загрыжается в призму и пытается куда-то лететь. Ты упоролся, братан, что ли? Ты что делаешь-то вообще? Ревелейшны какие-то на лингов. Зачем туда ревелейшны нужны, непонятно. Здесь просто масс линга. О, у Зимилава бомбануло сейчас реально. Почему? Потому что я не раз видел, как у Зимилава бомбило, и он просто лингов дозаказывал одних постоянно, как бы. Есть адепты на медленный пилон. Кстати, лингов очень много, можно убить просто. В это время сентри летят на мейн. Ну, кстати, мейн, здесь плетки есть. Я не знаю даже, что здесь Джейши сможет сделать своими сентрями этими. Адепт со скоростью атаки, ответ положительный. Адепт со скоростью атаки. Вот так прото встал, филдов нет. Сейчас зерг бы просто фокуснул бы Нексус, и просто все плохо бы стало сразу. Здесь призма теряется. Так, на мэйне... Не теряется. На мэйне королеву жёг. Нужен еще варп сейчас юнитов. Большой причем. Здесь два адепта с центрю куда-то там отдалились. Оверчаш нужно ставить. Оверчаш ставится. Линги наламываются. Линга просто в фарш превращаются. Но Нексус упадет, ребята. А здесь надо плетку еще пробить. Плетку так просто не пробить. Лимита, да, уже Иши, конечно, больше, но... Что там происходит-то, ё-моё? .21 на 95. Похоже, нет, все-таки ГГ здесь, похоже. Демилав. Здесь слишком... И едой вкусной откуда-то. Что-то картошечку жарит, как будто бы с грибцами, а? Все, заканчиваю стрим, ребят. Ладно, шучу, еще одну игру досмотрим и заканчиваю, да, точно уже. Оракул тут проливает, прилетает четвертый на спорке, сейчас отдастся, нет, не отдается. Зашли адепты, их линги сейчас окружают сразу же. Адепты пытаются биться, наверное, пару уйдет, может быть. Нет, никто не уйдет вообще. Беллинги бомбанули, никто не ушел. Здесь две плетки у нас есть, а что боится-то его? Надо пул убить, эволюшн, все, что здесь есть, надо убить. Мейна телепорт на третью базу. Зачем? Стой ты вместе с центрями, ставь филды и убивай здания, которые здесь остались. Два, блин, мертвяка играют. Ей-богу, каких-то, я не знаю. 18 муталисков делает Демилав. Это шанс для него. Но, что у Джейши? Два феникса, два строятся. Сейчас 4 будет.
Фотонок вообще нет, фотонку-то закажи, вокруг чего ты будешь контролить? Фениксы без ренжа, муталисков на самом деле в таких количествах не очень-то и убивают. Фениксы будет биться там. Да, будет биться Джейши. Фениксов 6 штук. Оракулом Ревелейшн кинь. Что-нибудь сделай в конце концов. Вот о чем я говорю. По 3 Феникса уже строят Джейши. Ну, сейчас Зерг построит, смотрите, Зерга 3 базы, строит четвертую в центре, здесь еще одну можно, на мэне можно восстановить базу, здесь криптумор запилить на пул, крип протянуть, иначе он погибнет просто. Гидра пошла вовсю. Здесь летают фениксы. Муталисков много, но гидра прикрывает их, кстати говоря, при этом всем. То есть фениксами и не убьешь-то тут ничего. Ну, Джейши пытается четвертый взять ближе. Почему не вот эту базу странно? Он пытается взять центральную почему-то. Меня пинг скакнул, кстати говоря, сейчас, опять же. Орёт там дети какие-то. 156, 199. Смотрите, Зерк-то ожил, 199 построил. А можно было не отдавать адепту, вот здесь с центрями стоять до бесконечности на хайграунде, привести новую призму и сверху начать убивать Зерга опять. Вы видите, я взялся за голову, ну вы поняли почему. Пол фениксов как сдуло, короче, половину фениксов. Не все 11 здесь погибли, но штук 7-8 точно там отдалось. И мортлы идут отдаваться, филды пошли, беллинги заходят тут через узкое пространство. Беллингов несколько штук поднимает прот. Ну а дальше-то что? Дальше ГГ пишем, выходим. 160 на 112. Демилав умудрился забрить его вообще. То есть, если сейчас Джейши проиграет Бьяну, то Демилав пройдет, между прочим. Красавчик Демилав. Больше индусов в Старкрафте. Больше индусов в плей-оффе Лайфхенд Капа. Эгэ. Ну что, ждем Бьяна Джейши. Привет, Булк. Привет, всем привет, ребят. Ну что, решающий последний сегодня стришочек.
трассе. Дай посмотрю. Опа, меня зовут. Что там, видно вам, что происходит? Сейчас посмотрю сам. Тучами затянуло, кстати, видно сейчас, да? А так солнце отражает. Короче, ничего особо не видно. Ну там лучи идут. А солнце сверху отсвечивает, блин. Кстати, можно вообще до туда, до окна почти вебку дотянуть здесь. Плюс у меня переходник есть, кстати. Могу прям с переходником за окно затянуть ее. Показать, что там к чему. Но это не нужно. Открыл окно. Вот только что не было никакого солнца. Открыл, и просто какая-то дикуха. Опять солнце вылезло. Хотя там тучи дальше. Секундочку, ребят. Все, я здесь Бьян против Джейши. У нас, ну, Джейши, если Бьяна не выиграет, он не выйдет из группы просто. У нас получается, что у нас получается на Кибете, кстати, ставочки есть, кому интересно, я вам так скажу. Демилав 4-4-2-1. Погодите, да, Демилав 2-1 выиграл Ксиго. 0-2 Бьяно проиграл, и 2-1 Джейши, то есть, ну да, 4-4, но 2-1 по матчу. У Джейши 3-2 и 1-1. То есть у Джейши теоретически может быть тоже 4-4, но 1-2 по матчу. 4-4 у него будет только в том случае, если он у Бьяно карту хоть одну возьмет. Ну что, реактор факта у нас у Бьяна. Кросс-респы, ребята, кросс-респы. Идет в разведку рипером сейчас. Кросс вообще без разведки играет. Зато мазеркор готов. Прилетает рипер, пробочку веет. Не стал фокусить, хотя на один выстрел оставалось.
Ну, это первая пробка пойманная. Ну, Бьян, чтоб пробочку не подрезал рипером. Кстати, какие коэффициенты там были? Сейчас я гляну. На Бьяна вообще. Я чувствую, там просто 1-0-1 в стиле того, что ли. Все, рипера минуснул. Да, 1-0-1 на Бьяна. 1-0-3 против Делила было, 1-0-6 против Ксигуа. То есть, если даже экспресс на три события, это было бы, я не знаю... 1-1, то есть со 100 баксов 10 с экспресса можно было бы с трех выиграть. Ну, ну а чё? Заходит Бьян. Чё, говорит, оверчаж на пилоне? Изи, говорит, вообще контроль. Мариков попересаживал туда-сюда. Блинк отменяет. Чё, сейчас мазеркор давайте покуснёт. Ну, попал под оверчаж зря сейчас. Два Марика на халяву погибли. Можно было без вот этих Мариков погибших обойтись бы. Бьян, он перелетел немножечко назад. Укусить пробок надо, пробок фокус, и что ж ты делаешь ему? Хотя им и сталкера убивает, Бьян. Что творит чертяга? Просто жесть какая-то, а? 13 пробок уничтожил, а кто 13? А, здесь еще минки жахнули, 13, ребят, я вам даже и не показал. Вот они летают до сих пор. Бьян дропается, вот они еще кдшатся сейчас пока, минки эти. Две пробки прям, идет 16 уничтожено, я извиняюсь, я пропустил этот момент, с другого направления минки залетели. Сейчас медивак, конечно, погибнет, тут ничего не поделаешь, ну 37-46, 74-45 по лимиту, это действительно 1-0-1 коэффициент. Опять фризы были, я не понял, от меня или нет. У меня чуть поднялся пинг до черёв. Так, где-то 6 круг. А вот на мейне еще минка 6 убила, ё-моё. Это ГГ вообще без битвы на самом деле называется. Бьян просто унижает вообще хлам. Пошел выход. Этот выход станет последним в этой игре. Девак один есть. Плюс еще танки летят, причем марики-то со стимом будут. Сюда он танки дропнуть, с энтри отогнать, зайти, нажать Т и убить потом, все. Стимпак через 6 секунд будет готов. Если бы Бьян еще бы не танки бы дропал свои, было бы вообще неплохо бы. Оверчар, кстати, выставил была анимация, но пилон сразу же в ту же секунду погиб. Ну что, 1-0 пишем, ГГ выходит, называется это. Даже здесь одного Марика подконтроливает Бьян. 17 пробок поила. Неужели китаец сейчас ГГ не напишет? Вот что он хочет сделать, я просто не понимаю. Что он время-то тянет?
Здесь уже просто третья ЦЦшечка. 65-19 боевой. Тут уже машина продакшна. Просто машина. ГГ пишет. Да, это конец. Жесть. Еще жестче, чем зерга китайского Бьян разгромил. Ну а Дэми Лав, между прочим, сопротивлялся с Бьяном. И поэтому, считаю, достоин выхода из группы. Вполне. Так, ребят, вторая игра. Минута 16 уже идет. Бьян 1-0 идет. Здесь разведка от товарища. Развел пробку на ровном месте. Марик факта, уж не с одной ли базы танками собрался Бьян убить с Мариками. На этой же карте это билд очень хороший. Ну, посмотрим. Так, Twilight, Robo. Robo, Twilight. Да, здесь танчик и марики строятся спокойно, абсолютно. ЦЦшки нет, депушки по всему периметру у Бьяна. Ну что, танк готов. Сиджится танк, старпорт. На рампу Бьян, видимо, встанет или сразу пойдет туда. Сразу вообще пошел. После танчика циклон заказан. Ну да, стандартный этот билд. Марики, танк, циклоны, это очень напряжная тема для протуса. Сталка к адепту в помощь идет.
Все это на рампе будет стоять или где это будет стоять? Полетай, Бен. Пробки поехали вперед. Куда ты поехал? Какие пробки? 5 пробок уничтожено, знаете, китаец. Ничего умнее, кроме как пробками вперед поехать, не придумал. Блин. Да блинк делать надо, и все. Вот. Поэтому билду без блинка это не отбивается вообще. И имморталами в том числе. Сейчас уж либератор уже прилетит, как бы. Циклон приехал, как вы видите. Минус мазеркор на изи сейчас просто. Имморталы вышел, танк отводит, просто бьян назад немножечко. Кстати, сталкеров достаточно много стало. Отбивается китайчик. Ну куда-то убегает сейчас. Куда он убегает-то? В итоге фокус прям в центр сталкеров дэмэдж носит. И либератора нельзя давать было разложиться. Нужно КСМ-ку срочно вывести сюда. Либератор очень дэмэджены. Сейчас просто отчинить танк и либератора вообще замечательно будет сейчас. Идет замес по сталкерам, танками бомбит Биан, отводит танк один, отводит второй, контроль просто на высоте, как обычно, как еще от Биана может быть, кроме как не на высоте контроль. Иммортал аннигилирован, сталкеры заходят в рейндж танков, в рейндж либератора, либератора отфокусил тут чудом каким-то китаец, но Биан танк увез сейчас в бок и разбомбил все по итогу все равно. Как он контролит, а вообще, это что-то просто, смотрите, что происходит, это просто царство какое-то, как он контролит, а, великолепен. Ну, этот пуш реально силен на этой карте, и под него нужно готовиться, то есть надо блинк делать, либо дарков было сейчас, ребят. Сильнее ли Кас Бьяна? Димага в финале, он точно сильнее, а вот насчет Каса не уверен. Ну что, ребят, на сегодня все. Прощайте. Точнее, не про что я гоню. Не прощайте, до свидания. Увидимся. Завтра Африка Старлига, про лиги не будет, завтра 2-0 с Котиком победили. Завтра будет Старлига по первому Старкрафту, в 13:00 будет БО-5, а потом Лайфэнг тоже кап, я, наверное, постримлю. Так что приходите вечером, сегодня точно ничего не будет. Всем спасибо. Да, на Ютубе записи будут. Все. Спасибо за поддержку, ребят. Смотрите StarCraft. Поддерживайте меня и мой канал. Увидимся.